Всем привет из заснеженной Москвы. Я еду в город Ленинград. Я познакомлю вас обязательно с моими попутчицами, очень интересными девушками. Извините. Нет, извините. Сейчас меня ограбят, пока снимаю. Они все очень творческие, абсолютно из разных сфер и профессий. А вот одна из них — Юлия Кабанович. И мы тоже едем вместе в Ленинград. Это Катя и Саша. Кать, Саш, скажите хай. И вот Анка, собственно говоря, обнимается. Мы будем путешествовать 2 дня в Санкт-Петербург. Итак, мы в Сапсане. Всего 4 часа, и мы в северной столице. Ты чем занимаешься? 3 ночи. Я фотографию для Инстаграма. Вот. Не теряем время зря. Я пишу имейл байером. Вот. И пью чай. И пусть только потом нам скажет, что мы поехали отдыхать. Итак, наша организованная группа приехала на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Вот нас встречают. Вот, пожалуйста, посмотрите. Так, сейчас я вам покажу номер. Это моя замечательная ванная. Вот я. Вот такие угощения мне сделали. Чай. Очень люблю Россию. Самое главное здесь — это вот этот вид на Исаакиевский собор. Боже! Это счастье. Так красиво, так хорошо. Посмотрите. Питер! Привет! В общем, 2 дня, которые я могу посвятить себе, отдыху, искусству, культуре северной столицы. Я надеюсь, вам будет интересно. А если не интересно, то все равно посмотрите до конца и поставьте лайк. Зайду еще раз. Мы в итальянском ресторане. Самофотографируемая люстра. И девочки уже, конечно же, заказали. Вы понимаете, это приехали 5 русских девушек. Но я согласна провести так выходные. One spoon? One spoon for all of you. Это камера. Смотри, ей можно, да, ее можно делать вот так. То есть ты видишь, у нас экскурс, как вы понимаете. Что ты делаешь дальше? Я сяду, открою программу и буду монтировать. И попробую выложить это все. Вечер нужно провести с пользой и сделать вот такой вот ритуал. Я налила себе ванну с пеной. Думаю, масла из крабики. Это всякие вкусняшки. Посмотрите, какой чай. И я люблю тебя, жизнь. И сегодня мы начинаем наш день с посещения музея Фаберже. Если кто не знает, что такое Фаберже и кто такой Фаберже, то вам будет особенно интересно. Готовы? Поехали. Нет, надо было так. Готовы? Поехали. Нет, надо было так. Готовы? Поехали. Да, мы подъехали к музею Фаберже. Вот на всех языках написано welcome. Мне нравится, что русский 3-й. Мурат, если что, я не против пожить в таком месте. Мурат хотел удивить свою жену и попросил Фаберже сделать шкатулку, некий подарок, который ей очень понравится. В большом белом яйце, это золото с эмалью, лежал вот такой вот золотой желток. В золотом желтке была курочка, вы видите ее, а в курочке была рубиновая подвеска. Вот так вот пытались впечатлить супругу императора. И у них это получилось, и отсюда дальше родилась вообще вся коллекция Фаберже. У каждого яйца есть своя история. Фаберже сделал для царской семьи около 50 своих экспонатов, которые были подарены в царской семье. А сейчас в Санкт-Петербурге, в музее, их всего 18, остальные ушли по всему миру в разные точки, в частные коллекции, где они хранятся там всегда. Фаберже знал, что любит дам. Он был прекрасным тонким психологом и предпринимателем. Идеально. Он женат был? Да, он был женат. Очень я надеюсь, что мой блог смотрят мужчины и наматывают на ус, если он у них есть. Между музеями мы решили прогуляться. Мы идем в Эрмитаж. Немножко прохладно. У меня уже краснеет нос, по-моему, да? Ну ничего. А в Петербурге? Тут холодно. Как я и говорила, что Эрмитаж очень-очень большой. Мне очень нравятся большие картины. Мы дошли до чего-то более близкого мне, интересного.
Ой, боже, как красиво. Ну, это вообще по нашей части. Вы знаете, насколько я люблю национальные костюмы, рисунок, орнамент. Наконец-то мы добрались. Классно. Это уже сказано на тему подробно написано. Поэтому я вам просто покажу ее. Ну что, день продолжается, у нас остался театр и ужин. Нужно быстренько подготовиться к театру. Я готова, буду искать зеркала. Увидите все в театре. А я пошла на коктейль. Итак, мы договорились с девочками встретиться в баре отеля. Нас там ждет какая-то красота. Блогер-неудачник продолжает свое вещание. Только что был очень харизматичный бармен, который рассказал нам про коктейли. Повторить я это, к сожалению, не смогу. Саш, ты что-нибудь помнишь? Честно, нет. Я помню, что здесь молочный лимон, а здесь шоколад. Это то, что я запомнила. Да. На что я обратила внимание. А еще он сказал, что вот в этом коктейле сухофрукты, которые лежат сверху, они будут, видимо, как-то раскрываться и менять вкус коктейля. Вы понимаете, мы... За искусство. Мы подъехали к Михайловскому театру. Вот он стоит в лесах. Я в шоке. Я в шоке. Мне так нравится, так замечательно. А вот там он. Сидели практически на сцене. Вот такая рука. Особенно было видно все мышцы балетмейстеров. Меня впечатлил, конечно, дирижер. Очень были необычные декорации. Но и театр — это вообще всегда романтично. И особенно всегда впечатляет, как люди могут выражать своим телом эмоции, чувства. Самой захотелось сразу же на сцену танцевать. Мы поднимаемся на крышу. А почему бы нет? Для всей нашей компании веселой. Потом мы сразу же едем на московский вокзал, чтобы приехать на Ленинградский. Вот он, Исаакиевский. И ангелы, и площадь. Завершая нашу поездку, хочу сказать, что жизнь — удивительная штука. Она сводит с замечательными людьми. Спасибо вам большое, девочки, за вашу доброту, теплоту. Надеюсь, эта поездка будет началом наших совместных поездок таким составом. И скажу вам по секрету, мы договорились в мае поехать в Грузию. Люблю вас. Возможно, увидимся.